законом шутки плохи, но иногда законы сами напоминают чью-то шутку. Многие из них были приняты довольно давно и уже потеряли актуальность, однако по-прежнему считаются действующими, так как не были вовремя отменены. Например, во Франции. В винодельческой области Шатанеф-де-Пап запрещено прилетать и приземляться или взлетать НЛО. Приземлившееся НЛО необходимо отправлять на штрафстоянку. Данное постановление настолько понравилось калифорнийскому виноделу Рэндаллу Грэму, что в 1984 году он выпустил красное вино с использованием основных сортов винограда провинции Шатанеф-де-Пап и назвал его «Ле Сигаре Воланд», что в переводе с французского означает «летающая сигара». На этикетке был изображен летающий объект, напоминающий по форме сигару, который мощным лучом света обследовал лежащую внизу местность. Слонам нельзя появляться на пляже. Это постановление принято в Гранвилле. Одно время в городе располагался передвижной цирк. Вечером слонов выводили гулять, что пугало местных жителей. В магазинах запрещено продавать кукол с нечеловеческим лицом, например, инопланетянок. По мнению законодателей, неправильные куклы могут испугать детей и сформировать у них неверное представление о мире. Владельцы свиней не имеют права называть поросенка Наполеоном, дабы не оскорблять великого полководца. Этот закон принят во времена Наполеона Бонапарта. Нельзя целоваться на железнодорожных перронах. Это задерживает отправление поездов.